Что ж, я раздам вам талисманы силы. У меня есть один. Это перо. Оно недоделанное и слегка поврежденное. Я его собственного тела содрал в 7 лет до того, как друзья меня умирающего нашли на пустынном острове. Ё-моё! Но не волнуйся, я его усилю. Пом, даю тебе взрывной жезл. Он поможет тебе контролировать твой взрыв, не причинив никому вреда. Чак, держи медальон скорости. Благодаря ему ты станешь неуловим и приведешь своих врагов в шок. Ред! Теперь в твоем перье есть силы ветра. Теперь твое время полета не ограничено. Также ты можешь подхватить своих друзей в любом случае. Еще сдуешь неприятелей со своего пути. Обалдеть! Вот так. Теперь твое перо – могучее перо. Ребят, прошу вас не злоупотреблять своими силами, а то это может привести к катастрофе. Правильно. Мистер Моисей, спасибо за советы и новые силы. Надеюсь, это лучше. На следующий день. А вот там поселилась корейская синичка, одноглазая Аиша. Она тоже подросток. Не желает связываться с обычными птицами, ведь раньше ее тоже травили. Она сразу поняла, в чем дело, сбежала и придумала план мести. Ре, давай во что-нибудь поиграем. А давай. А вот и трое появились на моих глазах. Я сейчас всем птицам покажу, каково им быть на моем месте. Лови там, Йогар! Вот, блин! По барабану. Продолжаем. Один оказался особенный. Неплохо. Прости, что я попал тарелкой тебе в лицо. Я правда не рассчитал. Торопился слегка. Ты кто? Я покажу вам, каково таким обычным птицам, как вы, оказаться на моем месте. Что за чушь? Меня обычные птицы обижали. Поэтому для примера я вас убью на их глазах. Совсем ненормальная! Мы не те, за кого ты нас принимаешь! Мы особенные! Да? Правда! Нас тоже обижали! Ладно! На этот раз я облегчу нападение на вас! Тем временем... Бесполезно, Матильда. Наверняка их сдали сыням или убили. Бедные мальчики! За что? Интересно, талисманы. Правда доказывает, что эти мальчики особенные. Пожалуй, оставим на потом. Чак, Бом, прошу вас, очнитесь! Бом, ты дебил! Нафига так пронзительно орать, а? Извините, я не хотел! О, небесам вы живы! А я уже начал волноваться за вас! Кстати, а куда мы попали? Блин!
знала, что дальше. Ага. Поверил в себя, забрел слишком далеко и забрал вас с собой. Это фиаско, братаны. Это я виноват. Не твоя вина, Ред. Мы просто еще глуповаты. Не знаем, куда идем. Походу, я их напугала. Напрасно я это сделала. Ведь они меня за это точно не простят. Отойди, маньячка! Что ты от нас хочешь вообще? Не ждали ли вы от меня? Ваши талисманы показали, что вы особенные. Ты что думала? Не трой наши талисманы, плохая девчонка! Сломаешь хоть один, прибью, как только выберусь отсюда! Ну, замолчи, Дудя! Ненавижу пронзительные крики, оглохну же! Капец! Эд, честный пытался постоять за нас троих! Вот скажи нам, нафига ты это с ним сделала? Прошу прощения, господа, за мое поведение. Не понимаю, почему ваш друг красный всегда орет. Проблемы с доверием у него. О, и у меня проблемы с доверием. Вот что скажу, я тоже среди птиц особенная. Надо мной уже с 7 класса начали издеваться старшаки. И однажды... Они вырвали мой глаз! С кровью! Я не стерпела, избила их до полусмерти и сбежала. За что? Ты такого ужаса не заслуживаешь! Одной стрелкой нечаянно в одного попала. Я остерегалась их как могла. Блин, голова заболела. Зазвенела. Попозже пообщаюсь с вами. Порядке? Ред, ты чуть не оглушил нас своим криком. А нефиг ей тогда наши талисманы трогать и избивать нас. Извините, это все мой инстинкт. Спустя время вспомнил, что мой крик проклят. Сочувствую, дружище. Я вот не знаю, ищет ли наша стая. Волнуются ли они за нас? Это кто? Эй, кто-нибудь есть? Нас поймали! Вытащите нас отсюда, пожалуйста! Не отвечают. Чак, Бомб, время для плана Б. Ай, какой острый! Пофиг, на это у меня нет времени. Молчи, Наред! Я знал, что ты такой умный! Да? Чак, быстро бери наши талисманы! А мы с Бомбом подождем тебя снаружи! Понял! Нет проблем! Офигеть! Вот это командная работа! Чак, Бомб, походу мы обучаемся. Согласен! Переходи на новый уровень! Братаны, я вас обожаю. Надо вернуться домой, а то там наши горюют. А я не понимаю только одно. Мне одному жалко эту девочку, которая нас схватила в плен. Она слишком жестока и беспощадна. Но я понимаю, о чем ты говоришь. И что ты почувствовал? Я уважаю твое мнение, Бомб. И твое тем более, Чак.
Никакого неравенства. Так как эту грозу отключить-то, а? Она меня пугает! Ребят, вы слышите? На птиц напали! Надо спасать! Рушите дома! Пройдите яйца! Глотайте птиц! Не так быстро, Дыни! Рэд! А я помню тебя! А я помню вас! За нападение на птиц шишку! Девчонка, а ты больше не будешь бить нас? Обещаю! Хорошо! Мы тебе сейчас глаза выколем, щенок! Да исполнится то, чего мы хотели давно! Я пытался спасти Ред от ослепления. Джек, быстрее эвакуируй птиц и туши пожары. А я помогу Реду. Да! Я все еще вижу. Мне не показалось? В порядке? Я Аиша. Приятно. Я Ред. Кстати, зачем ты пришла сюда? Ты же нас била. Я решила исправиться и спасла тебя. Простите, что я так поступила с вами. Я правда никому не доверяла из-за травли. Ладно, ты можешь помочь нам. Боль пройдет, злость останется. Мальчики! Они здесь? Мальчики! Они живы и здоровы! Бежи помочь! Точно! Даже когда мой крик проклятие, я смогу применить его, даже когда надежды на спасение окончательно не осталось. Ищите маппин! Чак, Аиша, Фом, это наш шанс! Ищи меня, я здорово! Тики меня! Вышибу с линей! А я брошу на них свой гнев! Блин! Эти птички слишком сильны! Блин! Сколько дней, сколько зим, братик. Божечки, я по тебе так соскучился. Мальчики!
Я уже готова была ругаться на вас за то, что вы ушли слишком далеко от нашего дома, потому что я до жути испугалась. Но вы за 3 дня, я угадаю, освоили командную работу и не раз выбирались из безвыходного положения. Всего раз нам не удалось, конечно, выбраться сами, но помогли один добрый та и одна девочка. Честно, я так надеялась, что вы нас троих найдете. Заметите все-таки мое послание о помощи в рогатых лесах. А вы там были? Да. Нашли твое послание о помощи. Но гораздо позже, чем тот самый. На этот раз победа досталась птичкам. После битвы Моисей объявил птицам новый закон. Всегда быть терпимым к каждой птичке. Благодарность за то, что Рэд, его стая и Аиша спасли птиц и их яйца. Всегда будьте терпимы к особенным, и тогда однажды они подружатся с вами. Рэд, Чак, Бом, отныне вы стали известны как легендарная троица. Я давно хотела признаться. Я люблю тебя. Это так мило, Матильда. Кстати, я тоже люблю тебя. А в смысле? Ты так очаровательна. Не рассмешали я вас? Немного. Теперь стая Реда спокойно живет вместе. Хочу сообщить, что я тоже особенная. Но это уже совсем другая история. Конец. Thank you.